История, которую вы увидите, правда. Насколько я знаю. В детстве я маниакально пыталась измениться. Я даже не помню, кем я была. Дженнифер, милая, я нашла рассказ, который ты написала в школе. Где ты его нашла? Неважно, главное, о чем он. Я встретила двух прекрасных людей. Билл отличный тренер. Дженни, ты мне доверяешь? Миссис Джи была красавицей, каких я не видела. Нет плохих лошадей, есть плохие ездоки. Я должна поговорить с кем-то, кто был там. Здравствуйте, миссис Джи. Сядь в седло, посмотрим, что ты умеешь. Я помню только их. Почему я не помню себя? Ты была необычным ребенком. В здоровом теле здоровый дух. В здоровом теле здоровый дух. Я нашла фото, снятое этим летом. Ты не такая, как все. Знаешь, я о многом сожалею. Ты говорила об отношениях, но он же взрослый. Мне это было важно. Почему ты так злишься? А почему ты не злишься? Через не могу. Предела нет. Не говори никому, это наш секрет. Не надо узнать, что произошло. Я пытаюсь понять, почему. Ты обманула себя. Почему ты это рассказываешь, Дженни? Это моя жизнь, моя! Ты не знаешь, что вот-вот случится. Рассказ. Премьера одновременно со всем миром. Только на Амедиа Премиум и в Амедиатеке.